Всем привет! Сегодня у нас с вами встреча на кухне, и мы будем готовить с вами винегрет. Но фишка в чем? Обычно, когда мы готовим винегрет, это очень долго в плане отваривания овощей. Это у нас морковка, буряк и картошка. Занимает очень много времени. Если это теплое время года, то это жара на кухне. А гости уже на пороге, и надо сделать все очень быстро. И вот я хочу с вами поделиться таким маленьким секретиком. Мы овощи будем не отваривать, а готовить в микроволновке. Значит, стандартно, что нам нужно для винегрета? Это морковочка, бурячок, картошка. Это все у нас сырое. Квашеная капуста, соленые огурцы, горошек, если кто-то любит. Кто любит с фасолью, можно с фасолью. И подсолнечное масло. Да, еще кто любит лук, особенно если это крымский лук красный. Я, к сожалению, такого не нашла, поэтому буду делать без лука. Вот. Ну и соль по вкусу. Мы нарезали морковку и буряк кубиком. К сожалению, я собралась много винегрета готовить, поэтому картошка в мою кастрюльку для микроволновки не влезла. Придется мне картошечку во второй заход. Вот, если у вас побольше кастрюлька или вы делаете на меньшее количество, значит, все можно в одну кастрюльку: бурячок, морковку и картошку. И идем к микроволновке. Ну вот, поставили мы в микроволновку нашу кастрюлю, закрыли ее крышкой, выбираем мощность максимальную. В данном случае у меня 900. Ставим 10 минут для начала. Вот так мы поставим 10 минут. Закрываем. И вперед. 10 минут пройдет. Я посмотрю, попробую, насколько готовы овощи. Если нужно будет еще, я вам обязательно скажу точное время, сколько у меня готовилась морковка и буряк. Морковка и буряк у нас сварились. Говорю точное время для моего количества ингредиентов. У меня получилось 22 минуты. Но, ребята, я немножко ошиблась в чем. У меня, оказывается, на микроволновке есть мощность 1000. Не 900, а 1000. Это вот самое первое нажатие. Вот это вот H1, это, оказывается, 1000. Выбираем 10 минут. И старт. Я картошку уже поставила. И картошку мы сварили, для этого нам понадобилось 13 минут. Все это мы охладили, в моем случае это был балкон. Потом все мы смешали в одной мисочке, заправили подсолнечным маслом, украсили зеленушкой. И вот такая вот красота и вкуснота у нас получилась. Всего ушло времени со съемкой и с охлаждением продуктов у меня час ушел. Вот, поэтому откидывайте съемку и охлаждение, получится минут 30-40 максимум. И винегрет готов. Всем приятного аппетита. Спасибо за внимание. Пока.